В республике выявлено 13 ветеринарных аптек, функционирующих без лицензии. Об этом сообщает Россельхознадзор Дагестана. В ходе рейда сотрудниками ведомства были отобраны и направлены для исследования 42 пробы медикаментов для животных. По итогам были выявлены 5 препаратов, не соответствующих качеству и маркировке. Их продажа в ветаптеках приостановлена. Остатки лекарств изъяты из оборота. В ходе проведенных исследований были выявлены несоответствия качества и маркировки следующих лекарственных средств. Это Элиавит, Клаверм, Витам, БПНТ и вакцина против бруцеллеза овец и коз Рев-1. Материалы на владельцев торговых точек переданы в суд. Виновные привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Напомним, для удобства граждан на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Лицензирование» в ежедневном режиме размещается актуальная информация о выявленных фальсифицированных лекарственных средствах.